Знакомьтесь, это Галина Петровна. Галина Петровна запланировала сделать ремонт в квартире, но денег не хватало, и она решила взять кредит, который ей без проблем одобрили. Но Галину ждали плохие новости. Она попала под сокращение, а банк уже напоминал о себе. Недолго думая, Галина заняла денег на очередной платеж, а потом еще и еще, в надежде, что скоро она найдет достойную работу и все отдаст. Но этого не произошло. Галина Петровна не платила по кредиту уже много месяцев, а к процентам за просрочку прибавилась еще куча новых долгов. Банки и коллекторы ежедневно напоминают о себе, а семья Галины еле сводит концы с концами. Как-то раз Галина Петровна наткнулась на кабинет финансовой помощи, который предлагает выкупить долг за 20% от суммы кредита. Она долго сомневалась, но все же решилась оставить заявку на выкуп долга. Кабинет финансовой помощи отправил запрос кредиторам, и через некоторое время Галина Петровна получила предложение выкупить свой долг всего за 20% и сразу же согласилась. Галина заключила договор с кабинетом финансовой помощи, и они выкупили долг у кредитора. В результате Галина в рассрочку выплатила 20% от всего кредита, получила справку об отсутствии задолженности и улучшила кредитную историю. А главное, все это без суда и банкротства. Хотите узнать, как закрыть свой кредит прямо сейчас? Просто оставьте заявку на нашем сайте. Мы проведем переговоры с банком и предложим условия с учетом ваших возможностей по оплате. А вы сохраните до 80% от суммы кредита, избавитесь от долгов, а также получите справку об отсутствии задолженности и улучшите кредитную историю. Кабинет финансовой помощи. Ваши кредиты – наша забота.